Итак, подельники, что же у нас сегодня в этой кладовочке? А в этой кладовочке у нас куча всякой херни. Вот как это выглядело на фотографиях. Увидели мы на фотографии вот такую тачку. Погуглили, такая новая тачка стоит около 150-170 долларов. Также мы увидели множество разных коробок. Также мы увидели вот такую вот штуку и подумали, что это электронная люлька для маленьких детей. Также мы увидели детские игрушки, что-то завернутое в простыню, и увидели микроволновку и вот такую вот маленькую шкатулочку. И подумали, что в принципе наша ставка 110 долларов, это не так уж и много для такого юнита. И с комиссии это вышло в 130. Я уже вижу кое-что хорошее. Какая-то прикольная лампа. Какая-то необычная штука. Танюха, скажи привет, привет нашим подельникам. С чего мы начнем? Первое, это вот такая прикольная тележка. И такая тележка стоит как минимум 50, 60, 70 долларов БУ. То есть мы уже половину юнита окупили. Я вижу Крисмас бокальчики. Крисмас бокальчики. Это тоже классная штука. Оп. Люлька, о, какие красивые новогодние бокальчики с Санта-Клаусом. Я думаю, их тоже можно продать под Новый год очень легко. Минимум долларов за 15-20. И какой-то детский став. Я думаю, что эта штука, это какая-то штука, это как вибролюлька. Да, это вибролюлька, это крутая тема. Это крутая тема. Еще есть игрушки. Она включается где-то в розетку, for moms фирма. Еще и... такая штука сверху. Да, это для игрушек, подвешивать игрушки. Я думаю, такая... Ой, зарядка есть в комплекте, класс. Все, класс. Я думаю, такая штука будет стоить недешево. Чуть позже загуглим, посмотрим, сколько она стоит. Ой, я чьи-то волосы нашла. Ты нашла волосы? О, вау. Есть ли там голова? Мы тут есть еще. Есть вот такая грязная тряпка. И здесь кулек. Какой-то модный кулек. Wedding Snow Case. О, это свадебная какая-то тема. Офигеть, это свадебное платье, ничего себе. Как жаль, что я уже вышла замуж. О, кто-то хорошо праздновал свадьбу. Да, нас свадьба без драки, деньги на ветер. Тут есть кровь или вино. В общем, нормальная тема. Свадебное платье можно очень дорого продать. Мы его постираем и его хорошо продадим и выгодно. Вот после свадьбы появились, как ни странно, дети. Есть вот такая классная штука. Это ходунки. Ходунки. Ходунки мы продадим чуть позже. Итак, микроволновка. А меня заинтересовала какая-то шкатулка с драгоценностями. Она, а может быть, полная, да? Она полная. Я сомневаюсь, что здесь есть... Опа, бижутерия. Батарейки. Нам, кстати, были нужны батарейки. Да. Пусто. Ого, огромный набор бижутерии. Непонятно что. Какая-то фигня. Какая-то фигня. Еще фигня. Тут тоже непонятно что. Здесь. Опа. Это массажеры для лица. Для лица? Я думал, для чего-то другого. Ну ладно. Можешь применить. И что у нас тут? Ничего. Окей, шкатулка. Я думаю, тоже ерунда, но за 10 долларов кто-то купит. Микроволновочка. Итак, вот такая микроволновочка. Proctor Silex. Мини. Мини. Очень удобно, что она маленькая. Ее однозначно можно долларов за 20-30 продать. Хороший юнит, мы уже в плюсе. А еще разбирать и разбирать. Что же там внутри? Ой, ё-моё, Танюха, я увидел кое-что, что тебя, возможно, огорчит. Там две огромные стиральная машинка и сушильная машинка. Боже мой, I'm happy. Их можно продать, на самом-то деле, очень выгодно. Ну, минимум по 100 долларов за штуку, или даже, может быть, по 150, по 200 за штуку. То есть минимум 200-300 долларов в кармане, но они очень тяжелые. Их тяжело грузить, но ничего, мы с этим справимся. Но у нас есть тачка. Да, у нас есть тачка, бесплатная к тому же. Ой, какой-то замечательный кулечек. Что у нас тут? Что у нас в этом чудо-кулечке? Чудо-кулечек я разорву, потому что я не могу его. Раз. Кулечки детские, тряпки. Я думаю, это мусор. Мусор, мусор, мусор. Мусор. Вот какая-то такая прикольная штука. Philips. А, это чтобы бутылочки дезинфицировать. Дезинфицировать бутылочки. Ну, потом какая-то чудо-коробка. Это детское питание. Ну, возможно, это можно кому-то подарить на чарите, если она еще не просрочена. Потом детские игрушки, шарики для пинг-понга, куча детских вещей, которые пойдут на мусор. О, эта штука запечатана, и она 24-го года. О, отлично, эту штуку можно продать. Чуть позже
Загуглим, узнаем сколько. О, такой есть чудо-олень. Вау, можно разговаривать? Нет, это детская игрушка. О, тут даже есть подгузники. Я думаю, вряд ли мы их будем коллекционировать. Хорошо, что они не использованы. Игрушки, игрушки, вот, шарики. Это запчасти от этого козла. Пинг-понги. Это игра, наверное, кидать вот так шарики и попадать в эти коробочки. То есть просто детская игра. На, отложим ее, и потом, может быть, ее даже можно продать или кому-то подарить. Шарики, лошарики, это все в сторону. А здесь, я так понимаю, ничего ценного нет. Куча-куча детских вещей, просто огромная куча. И памперсов. Мы это все дело, конечно же, продавать не будем. В этот кулек назад и по конем. Дальше у нас по плану противогаз. Ничего себе. А ну, Танюха, примерь. Ну, давай после тебя. Так, какое-то чудо-платье, я не знаю. Это, я думаю, вот сюда отлично подойдет. Это у нас Джессика Симпсон. Джессика Симпсон. Может быть, кто-то купит? Дальше у нас есть вот такая корзинка. Это пасхальная корзинка. Пасхальная корзинка, но в ней явно не пасхи и не яйца. Всякая мура, короче. Мусор. Вот, пена для бритья полная. У меня как раз закончилась. Какая-то фигня. Пустой баллон. Вот, пожалуйста, лак для волос. Почти полный. Какой-то крем. Крем мы не будем использовать. Какая-то фигня. Тут какие-то... Тут какие-то прикрасы. Я не знаю, это нужно кому-то. Нет, ерунда, в общем, какая-то. Вот такая щеточка для лица. Спасибо, не нужно. Не нужно? Никто не будет пользоваться? Окей. В общем, какая-то косметическая фигня, это идет мусор. Угу. Потом какой-то карандаш, таблетки и, о, кольцо. Вот такое кольцо. Ну, явно оно не представляет из себя никакой ценности. Хотя его долго носили. Но оно, по-моему, похоже на железное. Хотя там есть проба. Там есть проба. Серебро, может быть. Это точно серебро. 14 или 20 карат. Это серебро с какими-то непонятными камушками, но его можно продать на лом. Кольцо остается. Вот. И корзинка. Корзинку мы тоже оставим, она полностью целая. Да. А, какие-то фотографии. К сожалению, нам это не надо. В общем, эх, достанем. Она тяжелая, эта коробка. Что в ней же... Что в ней можно найти еще? Это какая-то косметика. Чьи-то ногти. Чьи-то ногти. Какие-то лечения для детей. О, это был ключ. Вот такая есть чудо-кружка. Это можно продать сетом. Чудо-тарелка. Есть штука чистить пятки. Она, кстати, новая. Никто не воспользовался ни разу. Может, она и пригодится. Кулек. Разнообразные пилки для ногтей. Между прочим, новые. Раз новая пилка, два новая пилка. Это три. Это не кулек. Happy birthday. Будем праздновать твой день рождения с этим кульком. Как тебе такая идея? Отлично. В общем, четыре пилки на выбор. Все новые. Пилить ногти. Потом есть вот такая штука для губ, для детей, тоже новая, запечатанная. Это какая-то ерунда. Это фото на память. Это какая-то штука с козлом, я не знаю для чего. Заколочки новые. Опа, что-то тут пошло более интересное. Виктори. Статуэтка. Стоила она $7. Она с сенсором. Не знаю, что она будет делать, пальцами двигать, но вот такая штука. Какие-то браслеты в стиле BDSM с шипами. Танюха, о-о-о, будешь пользоваться? Один тебе, другой. Один тебе, мне с розами, тебе да, без. Отлично. Вот такой браслет, вряд ли он кому-то понравится. И вот такая прикольная рука. О, еще есть вот такая штучка. Это, кстати, штука на Хэллоуин. Вот такая а забавная нашла... тема. Вот, смотри. О, это золото, бриллианты, монеты. Нет, это не это будет в другой раз. Это какая-то бижутерия. Да, и вот мы, конечно, проверим, но, похоже, это не на золото. О, смотри, зато Дарт Вейдерская карточка. О, карточка с Дарт Вейдером. Ничего себе. Интересно, сколько Дарт Вейдер хранит на счету денег? Сегодня мы это проверим. Вечером гуляем за счет Дарт Вейдера. Как тебе такая идея, Илон Маск? Рука на Хэллоуин пойдет, цена $7. Забирай. Поднос с сокровищами. И что же в нем? Опа. О, это... Грут. Грут. Потом какая-то бижутерия, но она новая. Кулечек. О, еще один черепок на Хэллоуин. Пойдет. Детская ложка. Кактусы. Тоже какая-то прикольная штука. Сувенир. Опа, это... Некоторые тут люди курят кое-что через вот такие штуки. Наркоманская тема.
Это мы не одобряем, такое нам не надо. Заколки. Опять эта херня. Какие-то бусы, дешевые бижутерии, возможно, и кольца. Кстати, это кольцо. Оно, скорее всего, не золотое. Это тоже. Какой-то кулон. Кулон, скорее всего, не золотой, но мы все проверим потом. Да, тоже нет. Вот это кольцо. Ну, как бы тоже без пробы, но, скорее всего, не золото, но мы проверим. Еще какой-то кулон. Потом у нас есть тут монета. Вот такая прекрасная монета. Это, возможно, она будет коллекционная, потому что она с бабочкой. И она здесь всего одна. 25 центов. Еще один вот такой вот прикольный кулон. Цепочки. Еще вот это кольцо, кстати, может быть серебряное. Оно маленькое и старое. Колечко. Еще колечко. О, так это кольцо с пробой. Ничего себе. Это колечко с пробой. Мы это кольцо проверим дома более подробно. Но я вижу, там есть однозначно внизу проба, и проба заводская. В общем, мы это кольцо проверим. Кольцо с камнями. Выглядит даже не очень дешево. Потом какие-то... А, опять эта фигня. Какие-то наркоманские сигареты. Какая-то шоколадка. Заколка, мусор. Какой-то кулон. В общем, в принципе, больше ничего интересного, кроме вот этого кольца. Еще одно кольцо. Но я тоже на нем не вижу пробы. Скорее всего, какая-то ерунда. Окей, все это подробнее мы пересмотрим на складе. Пока передаю поднос Татьяне. Спасибо. Вот такой есть чудо-человек. Вау, но он в очень печальном состоянии. Он уже свое отслужил. Вот такая есть детская мясорубка. Или не детская, но, наверное, нам она тоже нафиг не нужна. Есть булочка. Кто проголодался? Не хочешь кушать? Может, еще свежая? Итак, что у нас есть еще? Ерунда. Фото. Это не мясорубка, это ледоколка Made in USA. А, это ледоколка Made in USA? Да. Вау. Это еще может быть нормальная тема. Вот такой вот сувенир Daddy's Little Girl. Кстати, no name. Он, между прочим, здесь со штрих-кодом, и его кто-то когда-то купил. Возможно, мы сможем его продать. Держи, он целый. Давай, пока что. О, часики. Часики никакие. Но подставка под часики весьма и весьма. Люлька дракона. Потом, еще одна игрушка. Кстати, новая. Такую игрушечку можно свободно продать. Она абсолютно новая, с бирочкой. Игрушка с бирочкой. Потом есть вот такой череп с яйцом. Хоп. А там киндер-сюрприз. Просроченное яйцо. Прикольная штука. Это память. Свеча, кстати, ароматическая. Романтику можно устроить вечером. Свеча номер два. Она, кстати, новая. Да. Да. Они, кстати, приятно пахнут. Приятно пахнут. Ногти нужно? Ногти надо? Не надо. Дальше. Что у нас тут еще? Есть у нас здесь какая-то херня. Очки. Body wash pen. Шарик от оленя. Оставил пока здесь. Там пинг-понг. Может быть, мы здесь найдем золото или бриллианты. Но ничего мы здесь не нашли, кроме пустых кульков. В общем, это мусор. Эта коробка будет для мусора. Вот коробка для мусора, кульки. Вот такая вот будет баночка. Ведро. Ведро, детское ведро, кстати, под игрушки подойдет. Оно целое. Еще одна такая прекрасная тарелочка. Warren and Company. Peter Rabbit and Friends. Индонезия. Не знаю, может быть, продастся. Ваза с надписью Love. Цена $10. Вот такая. Еще одно ведро с целым стафом. Ну, я не вижу здесь особо ничего ценного. Пистолет. Опять наркоманская тема. Кулон. О! Под Heads Against Sanity. Какая-то, короче, с коноплей и шнягой. Таким мы не увлекаемся, но местные ребята увлекаются знатно. Травой запахло сразу из коробочки, но с детскими игрушками. Пахнет травой из коробочки с детскими игрушками. Нам это не надо. Потом пересмотрим, выкинем. Ну, есть еще есть какая-то такая прикольная ваза, а в вазе есть мусор. Вот такая ваза, кстати, стоила $19.99, и она новая. Она с биркой, ее можно помыть и продать. Еще одна коробочка. Always be yourself. Всегда будь собой. Вот такая вот коробка. Ну, дешевка, но она новая. Картина. Еще картина. В общем, ничего здесь интересного больше нет. И есть пахучка в автомобиль. И она новая и запечатанная. Как раз пригодится. Лаки. Элитные лаки. Лаки не элитные, но они есть. Ну, наверное, лаки нам не надо. Может, Татьяне пригодятся лаки.
Вот, картины, картины. В общем, с этой коробкой покончено. Это у нас практически мусор. Хотя здесь еще есть какая-то, какое-то шило, наркоманская тема, волшебная палочка. Итак, есть еще такая коробка. Интересно, что в ней. Она полностью новая. Вот такая коробочка. Ее надо развязать. Итак, что же здесь в этой коробочке? Ого, какой красивый набор. Татьяна, смотри, что мы нашли. Какой-то чудо-набор. Он был новый. Что в нем? Даже интересно. Просто пустые коробки. Бумажка. Что это за хрень? Бумажка. И что в этой бумажке? Ничего. Ничего. Интересный набор. Еще одна пустая бумажка. Ну и нафига такое хранить? Это тоже пустая. Happiness Strange Glossy Box. Ну, это надо погуглить. Возможно, это какая-то для подарков, какая-то коробка. Сюда кладут какие-то подарки в эти коробочки по номерам. Может, это игра, но оно, она явно новая. Вот. Мы погуглим и узнаем, что это такое. Я уверен, что она продастся. А я нашла вот такую шкатулочку. О, вау. Ну, она пустая. Чудеса. Ну, она красивая. Да. Возможно, Glossy Box тоже пойдет у нас. Свадьбе. Да, готовится к свадьбе будем. Так, большой черный кулек. Да-да-да-да. Блять, он тяжелый. Развяжем большой черный кулек. Ой, там что-то обувь. О, тут много обуви, друзья. Расхитители. Мы сейчас будем расхищать большой черный кулек. Мы будем его рвать. Ух ты, ёпта. Ё-моё. Крепкие кульки в Америке. Не порвать, блин, не порвать. Так, боремся с кульком дальше. Ох ты, ёханы. Ё-моё, что мы тут нашли? Барахло. Давай достать. Бля, ну, оно тяжелое. Да. В каких-то красивых коробках. Ох, ох, ох. Друзья, барахло знатное, но, наверное, мы его будем пересматривать позже, уже на складе. Потому что тут мы зависнем на целый вечер, а у нас еще много юнитов впереди. Да. Поэтому это барахло. Мы так посмотрим. Ну, на первый взгляд ценного здесь ничего нет. Лотереи. Лотереи. Вы выиграли миллион. 140 тысяч. Но не сегодня. Так, что у нас есть еще? Еще у нас есть вот такой вот. Ого. Тут целая куча кредитных карточек. Скидочные карты, кредитные карты. Мы богаты. Мы богаты. Виза, Невада. В общем, я не знаю, что это и для чего. Но денег тут нет. А все остальное мы пересмотрим позже. Никаких... Тут, конечно же, денег на этих кредитных картах не будет. Но все равно надо пересмотреть всю эту макулатуру, потому что... Старая веб-камера. Ну, это, я думаю, это можно, не знаю, в мусор, наверное. Кто ее купит? Может, какие-то фанаты будут? Фанаты Microsoft? Может, и купят. О, рулетка. Вот такая большая рулетка на 25. Вот 25 футов, наверное. Вот такая большая, в хорошем состоянии. Кстати, рулеточка – это хорошая тема. Косметичка. Какая-то книга. Кстати, книги можно продать. О, Logic Pro 8 and Logic Express 8. Creating and Producing Professional Music. Книга Apple Pro Training Series. То есть книга Apple профессиональная. Написано $450. Но это явно не ее цена. Но в любом случае... О, еще и диск в комплекте. Книгу, может быть, мы продадим. Блокноты. Тут какие-то пошли уже лекарства. Полная пачка зубочисток. Конфеты. И вот такая еще есть. Какая-то тут чудо. Чудо-барахло. Кусачки для ногтей. Коро, этот инструмент. Ключ. Конфеты. Конфет не желаете? Какой-то пульт. Какая-то ерунда. В общем, такое как бы. Потом мы это все перероем. На первый взгляд ценного здесь ничего нет. Но может быть. Там какое-то будет кольцо. Или еще какая-то ерунда. О, ребята. Мишка. Мишка новый. Мишку продадим. А я нашел вот такой ремень. Смотрите, настоящий американский ремень. Пряжка. Пряжка на ремень. И, кстати, ее можно будет даже продать, потому что некоторые их коллекционируют. Вот такая вот открывашка. Открывашка для банок, я так понимаю, или еще для чего-то. Ну, в общем, они новые, запечатанные, не знаю. Как бы для чего она нужна, но она есть. О, зарядка. Зарядка для телефона Samsung.
фольга для готовки. Целая большая пачка. Только мы недавно купили. Я думаю, эту фольгу использовали, конечно, не для готовки еды, а для готовки бульбулятора, но мы ее будем использовать для готовки курицы. Ладно, эту коробку надо забирать и пересматривать, потому что она очень тяжелая. Итак, что же дальше нам принес? Черный кулек. Черный кулек, бэушные подушки. Нам это не надо. Что там еще? Подушка для беременных. Подушка для беременных. БУ. Тоже, она грязная. Это мусор. Ребята, это мусор. Мусора у нас сегодня немало. О, вот это да. Инструменты, ящик Стэнли. Я понимаю, что этот ящик, только ящик, можно продать, в принципе, недешево. Там еще какое-то потекло. Чудо. Фу, что-то блядь, воняет. Это тазик. Нахрена хранить бэушный тазик? Нет. Так, что у нас тут? У нас здесь еще есть лампа. У нас есть лампа. У нас есть еще пол юнита барахла. Что в этой коробке? В этой коробке какой-то детский став. Там есть инструменты, я вижу, инструменты. Какие-то стрелы. Ребята, короче, какая-то куча какого-то барахла. Это у нас мусор. Вот. Салфетки от москитов. Между прочим, новые, запечатанные. Потом вот такой вот набор. О, наушники были когда-то, остался один. Одно ухо осталось, это мы выкинем. Это маркер. Маркер нам, кстати, был нужен. Это какая-то дешевая косметика. Какая-то ерунда. В общем, ничего особо ценного здесь нет. Какой-то инструмент Стэнли. Я думаю, он пригодится. Какая-то щетка новая по металлу. Вот такой прикольный пульт, телефон. Телефон, наверное. Да. Это мусор. Это мусор. Лореаль. Это мусор. Хенд-санитайзер. Еще какая-то ерунда. Новая кисточка. В общем, ну вот такие еще есть пассатижи. Это все можно продавать сетами. Ребята, в общем, это надо все пересматривать более подробно. Итак, еще одна коробка. В этой коробке у нас полная коробка кружек. Кружки есть новые. $5.99. Вот такая прикольная кружка с черепом. Кружки без черепа. Коробочки. Мерные стаканчики. И еще кружки. Ребята, кружек. Целая коробка кружек. Танюха, коробку кружек передаю тебе. Итак, вот такая у нас есть детская штука. Я так вижу, она практически новая. Поэтому мы ее оставим. Потом у нас есть вот такие гирлянды. Гирлянды на Новый год. Они, в принципе, и продаются, и самому пригодятся. Они большие. А, это целая елка. Вот такая светящаяся елка. Ее можно поставить на улице. В общем, на Новый год у нас уже есть украшения. Дальше мы здесь видим стол. Вот такой большой раскладной стол, который можно поставить на улице. Еще одна коробка. Достаем, смотрим. Оп. Что у нас тут? По звуку какие-то инструменты. Давай, Татьяна, вместе быстро все будем смотреть. Книжка. Диск с марихуаной. Книжку мы продадим. Диск, не знаю. Что это за ерунда какая-то. Какие-то мячики в резинках. О, вот такой новый мячик. Собачки на игрушку. Какая-то мега-сумка. Набор парикмахера. Пойдет. Новая. Дальше. Что у нас тут? Смотрим. Это для ванны. Бомбочка. Best Bar. Это тоже для ванны. Она новая. Это ерунда. Это какие-то саморезы. Это тоже мусор. Мусор. Кулек. Кулек новый, большой. Это мусор. Мне это не надо. О, монетки. Смотрите, что интересно. Интересные монетки. Вот есть такой Коста-Рика, 2000 год, 100 колонес. Это интересно. Также мы нашли монету американскую. United States of America Quarter.
и куча разных мелочевок. Центы, 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 квотеры. Потом еще какие-то центы. Некоторые монетки есть 75-го года. Некоторые монетки есть еще какого-то. В общем, надо это все прогуглить. Таблетки. Возможно, эти монетки представляют какую-то ценность из-за своей старости. Таблетки. Конечно, здесь золотых монет мы не нашли. Пиастры тоже не нашли. Ничего ценного мы тут не нашли, но блюдце с монетками есть, пойдет в копилку. О, еще монетки. Еще монетки. Еще, ого-го, сколько монет, целая коробка монет, вы представляете? Практически клад. Я не знаю, сколько здесь, но несколько долларов мы точно нашли кэшем. Опа, часы. Часы, ерунда. Ерунда, не часы. Вау, еще и работает. Массажер, непонятно для чего, но он работает. Пойдет, массажер мы берем. Будем массажироваться. Батарейки, какие-то бижутерии. Целая коробка монет, целая коробка бижутерии, еще часы. Часы, кстати, сзади выглядят интересно. Часы Swatch. Возможно, кто-то их даже купит. Какая-то ерунда. Монеты, 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 шоколадки. Еще часы. Ребята, еще часы. Какие-то релик. Не золотые, но мура какая-то. О, шкатулка. Пустая. Лас-Вегас. Смотри, какая интересная коллекционная шкатулочка. Лас-Вегас, Невада. Класс. Кто-то играл в казино, проиграл все, что было в этой шкатулке, но шкатулка осталась. Потом какая-то цепь. Вот такая интересная цепь. Цепь надо проверить. Возможно, она серебряная, потому что она не выглядит как-то как железная. С лягушкой. Угу. Может быть, да. Даже серебряная, да. Потом, опять, наверное, из казино. Какая-то фишка. Надо проверить, что это такое. Опа, нет, это тоже было. Монетка. Кстати, очень интересная монета и очень-очень старая. Даже непонятно, что на этой монете, но она может быть очень старинная, и за счет этого может быть что-то стоит. Мы ее оставим. Может, это какая-то флешечка? Может, тут биткоин? Флешечка, да, да, флешка с биткоинами. Только мы не знаем пароль. Переходник для флешки с биткоинами. Какие-то монеты, квадратная монета. Кто-то видел когда-то квадратную монету? О-о-о. Вот она, пожалуйста, 50 центов. Молочка Кока-Кола. Крышка тоже. Кто-то видел крышку Кока-Кола? Вот она. Пластырь. Пластырь для рук. Это нужная штука. И куча других монет. Это мы, конечно же, заберем. Монеты нам подходят. Вот еще, смотри. Еще. О, ничего себе, смотрите, шкатулка с драгоценностями, ребята. Цепочка, кстати, она отдельно в кулечке и, может быть, она даже золотая. Это надо проверить. Цепочка, 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 цепочка. Та-да-да-дам. Пока я не вижу здесь какой-то пробы. Но это надо все будет проверить. А вот эта цепочка похожа на золотую, потому что она очень тонкая. Посмотри. Класс. Да, похожа на золотую. Похожа на золотую цепочка с надписью Love. И даже с бриллиантиком. Я считаю, что это бриллиантик, потому что блестит очень красиво. Цепочка тоже красивая. И еще вот здесь еще одна цепочка с сердечком. Они лежали отдельно в кулечке, значит, они, скорее всего, золотые. Цепочки довольно тяжелые. Это очень хорошо, это можно легко продать. Дальше, смотрим, что еще тут. Здесь какая-то бижутерия. Цепочки, бижутерия. Кстати, вот такая интересная есть. Еще цепь с совой. Потом, в отдельном кульке лежит серебряная цепочка. Смотри, еще одна серебряная цепочка. Есть, у нас есть золотая цепочка. Есть две золотых цепочки и есть две серебряных цепочки. Это лежали отдельно. Мы богаты. Это стоп. И есть часы. Часы у нас называются Anne Klein. Возможно, Diamond. Явно они не без, из бриллиантов, но мы посмотрим, что это за часы. Может быть, можно их продать и погуглим. Дальше цепочки, цепочки, бижутерии на руки, на ноги. В общем, ого, вот это браслетище. Он тяжеленный. Золотой. Если бы он был золотой, можно было бы заканчивать с юнитами. Но он не золотой. Ладно, мы это все дома еще раз перепроверим и позже, позже вам расскажем, что же это на самом деле было, золото, не золото, и за сколько мы это продали. Еще одна банка. Написано чье-то имя, и мы здесь видим, что есть. Видим здесь инструменты. Инструменты. Кто-то увлекался механикой, кто-то был механик. Инструменты, батарейки. Вот, какая-то ерунда, фонарик. В общем, явно ничего ценного, но несколько таких вот головок для инструментов здесь есть. Это мы пересмотрим позже. Потом здесь есть вот такой классный тройник. Он, кстати, не дешевый, с USB-зарядками, и он нам пригодится. Это не тройник, ребята, это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестерник с зарядками, шестерник с USB-зарядками. Вот, Анюха, я нашел тебе красивейший на вечер прикид, макияж. Да. Примеришь? Он новый. Ладно, это нам не надо.
Потом вот есть такой чудо-носок. Ты в перчатках проверяй, вдруг там хранят золото. Куча карточек, в которых, в принципе, ничего нет. Это перчатки. Перчатки? Да. Клербрик. Перчатки, не знаю, на твой выбор. Это сумка. Итак, в этом юните, кроме того, что мы достали, вот столько всего, еще есть. Раз, коробка, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19. Еще есть около 20 огромных кульков и коробок разного барахла. Также еще здесь есть стиральная машинка и сушильная машинка. Это все мы будем разбирать немного позже. Если что-то интересное будет попадаться, обязательно покажем. Но однозначно этот юнит вышел в большой и хороший плюс. В конце видео хочу напомнить, что мы будем разыгрывать в каждом нашем видео. Вначале мы будем разыгрывать $10, потом 20, потом 30, потом 40, 50 и 100. Когда наш канал вырастет, мы будем разыгрывать $100 в каждом видео. Пока будем разыгрывать 10, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. У нас новый начинающий канал. Помогайте развиваться, подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока!